Хей, йога, с вами Шевки, мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands 2, и это у нас охота за головами. Окей, ребята, мы отправляемся, по сути, в последнюю охоту за головами. Подождите. Ржафи. Нам нужен магазин Маркуса. Магазинчик Маркуса. Магазин Маркуса. С днём наёмника! У меня для тебя работа. А, да, это праздничный. Приходи, бывай имбирский. Вонючая дыра, все с меня и поют. На клиенты хорошие, я отправил к ним поезд с партией оружием. Они молча можно знать, в чем дело. В честь дня. Ну, вы, надеюсь, уже поняли, да, сразу отсылка на что это? А у Маркуса все подарочки это уголь. Так, давайте мы шапочку с вами посмотрим. Нам же новую дали. Ты тыква? О! Какая головёха. А, ну, смотрите, в принципе, шкаф. Шкаф может нас сразу же отсылать к отсылке на львины. Я не помню, как, кажется, фильм назывался. Ну, там тоже, типа, дети зашли в шкаф. И попали в другой мир. Там еще злая королева была, говорящая... Йети. Детеныш Йети. Мы с вами Йети, ребят, нашли. Так, возьму пока что пистолет. Йети. Изи, минус. Изи пистолет. Да. Изи. Минус этим. Заморозки. Отправляйтесь в Имбертон. Имбертон. Безбашенные йети. О, тут еще один. Готово, готово. Еще йети. Отлично. Отличненько. А город заморожен? Ну, по крайней мере, теперь эти куски мяса они будут есть. Песня вещания наемника. Правда, мороженые клиенты еще раз за творчество не придут. Посмотрели городскую печь, выяснили, не сломалась ли она. А, Даль придумала День наемника в рекламные цели. Каждый год в этот день все наемники работали бесплатно. Но эти идиоты на Пандоре решили, что это праздник, когда нужно дарить подарки, делать подобные дела, и... чуть не сблевал. Ну, это, короче, считайте, новогодний выпуск, да. Музыкальный поющий псих. Злые эти... Типа, знаете, снеговик добрый,
злой, добрый, а другая сторона злая. Так, а куда? А, наверх. Хорошо. Ну, я думаю, быстренько справимся с этим DLC, наверное. Ладно, не буду их трогать, просто побегу. Блядь, серьезно? Ах, круто. Жалко, что это не огненная пушка. Они быстрее бы издыхали. Они бы быстрее отлетали. Ладно, буду херячить с автоматом. А, похоже, тут закончилась уголь. Но кто мог его украсть? Император, теперь мой телепорт. Дети, остыньте. Труснежок. А, труд. Черт! Крошечные снеговики! Я думал, что живые снеговики — это выдумка, но как считается... Так, счастливые люди, наверное, они заморозили город. Пойди в реальность в эти... могу забрать уголь? Нам же уголь нужен. Я чувствую дуновение холодного ветра. А мы... Ладно, готово. Ну смотрите, нет, все-таки автомат хороший. Эти идиоты из Имбертона купили мне кучу пушек, чтобы так просто раздавать друг другу в подарок. Мне нужно... Так, ну не важно. Если они тоже так, почему такие заморожены? Шах и мат. Такие добренькие, почему они заморожены? О! Риди в виде подарочки. Мне лучше Риди давайте. Риди получше будет. Ладно, мне лучше... Все равно, знаете, вот мы с вами прокачивали, да? Подачи все такое, но она все равно их херячит. Подача все равно херячит. Блин, а там же надписи на них. Блин, нужно было прочесть что-то. От Маркуса. Просто от Маркуса. Не, ну здесь хотя бы было как побольше. Знаешь, когда-то я пытался творить добро, когда мы с Моксей были женаты, я давал ей все. Ты же знаешь, что... Так, так, разжился за нее, да? Она сказала, Маркус, пусть твои враги недооценивают, если ты... Ладно. Не, ну это, знаете, очень хорошая, типа, вещь на насчет всяких праздников делать. Потом туда сбегаем.
Говнюки. А так, подожди, а как они мне так щит быстро вынесли? Рыбки. Деньги. О, опа. Нам еще нужно много денег найти. Для того, чтобы было все здорово. Подождите, я хочу знать, что там вообще творится. Там, короче, этот. Йети, будем его тогда называть. И вокруг него много снеговиков. Эти бандиты крадут мои пушки. Уничтожь их. А, я понял, тихо-тихо. Я понял, Маркус, о чем ты говорил. Так, легко. Готово. Отлично, теперь давай так вернем поезд в город, где будет безопасно. Нужно все место, где он... Так, ним заморожен. Очистить что? А, бля, я походу уже туда не залез, да? Не, нормально. Так, готово. Так, говоришь там, что заморозилось, да? Риди, деньги. Готово. А, путь свободен? Отлично. Теперь убедитесь машиниста, чтобы он ехал дальше. Когда оружие окажется в Берии, мы сможем отрезать его домой и хранить там город. Ну, а цели. А затем мы скажем местным жителям, что оружие украли разбойника, и тогда у меня останется деньги и товар. Эй, малыш, спасибо за оборону поезда, теперь я смогу отвезти товары в Имбир. Только без защиты я никогда не поеду, будь рядом. Ну же, давай, поезд должен пройти по расписанию. Когда я поеду? Дети, уничтожьте поезд искателя-хранилища, который его броняет. Превратите его в мясную сосульку. Что, мы приехали? Ёлки-палки. Зелье Мориса снежно. Искатель хранилища упрямо всем. Еще что-то? Так дальше. И кто-то запуляет.
И кто-то запуливает сюда. Поезд. Едем. О, боже. Так, там где? Как же тут холодно. Блять, кто-то этих глупых снеговиков сюда запуливает. Чё их так много здесь? А, не успел. Тихо. Ну нет, он воз... Бац. Все, отлично. А теперь... А мы можем трогаться. Не-не-не, стоять! Стоять, а меня! Я не хочу пешком бежать. У-ху! Конечно, остановка. Так, встречи. Свяжусь к тебе, когда симпатично. Сваливай уголь тут, когда город атакует, и мои пушки избежим. Уголь? Где? А можешь мне тогда это, ребят, сразу сбегать? В то место, где мы были? Вот тут? Пока я недалеко ушел. Теперь давай восстановим, ну так, продажу оружия. Так, теперь бежим отсюда, пока горожане не пропуснулись. Я жив! Вы спасли нас! Спасибо, искатель хранилища, который... Спасибо, Маркус. Малыш Тимми. Черт, похоже, оружие украли, не удастся. Ну да, пожалуйста. А, Тимми, это который он типа рассказывал, пацану истории, помните? Это он и есть. Так, я хочу все-таки туда сбегать, посмотреть, что там. Мне типа интересно, они восстановят. Ну, оживут, если да, я тогда просто кину бомбу. Они все взорвутся и все. GG. Изи-пызи. Лемон сквизи. Там еще йети прыгает. Мне нужно, чтобы они все жили. Походу это все, да? Еще раз собираем. Не, что плохо притягивает их. Очень плохо притягивает. Все?
Ну, больше нету. Так, нет, снайперка слабая. Жаль. Так, ну мод дали, хотя бы. Вот мод. Так, давайте, может, здесь просто сокращу, типа спрыгну. Так, подождите, а магазин здесь? А, нет, есть магазин поблизости. Я сейчас магазинчик тогда сбегаю поблизости, который, и делаю то, что нужно. Сколько времени? 8 часов. Кстати, мне тогда обратно нужно. Потому что то, что мне нужно, оно с этой стороны. Блин, я не знаю, стоит мне, типа, прокачивать рюкзак или 30-ки хватит. Типа, я бы мог прокачать дробовик, но я могу прокачать автомат. Давайте, наверное, я автомат вкачаю. Когда мы закончим вот эту уже, типа, DLC-шку. Вернемся в город, я прокачаю. У нас иридия там как раз достаточно. А, он типа подо мной, да? 119. Черт. Ну ладно, давайте тогда так. Давайте тогда так. Лэмк. Лимк. Так, Маркус, я продам тут все, что не нужно мне пока что. Ты ж не против? Я знаю, что ты не против. Ты не против. Так, раз, два. Так, а теперь бежим в город. Поговоритесь с Тимом Ростоном, ниже среднего. Скорее всего, это тоже отсылочка к всяким, знаете, новогодним там фильмам. Тимми Нижнего Роста. Тим Бертон. О, здоров. Он хотел, чтобы я пел всем сердцем, поэтому я вырвал сердце у него из груди. Играй песню! Бля-бля-бля-бля-бля! Давайте послушаем. А, ну, типа... Пам-пам-парам. Но не поет. Было сказано, что ты поешь. Быстрее! Доберись, или я сброшу тебя с него! Нет, 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 нет! Начинается убийственная музыка! Это будет песня от мамочки моей. Пой об этом всем, потом я тебя всем. Три коротышки в холодильнике ледышки. Зубы клац-клац-клац. Так словно бац-бац-бац. Будем не называть спирой. А из кролика филей буду есть теплее животные, как у мамы под юбкой. Привет, кто ты такой сегодня на этой планете? Блестящий я такой, примет это страной. Иной раз даже спящий, что стоит, Бен, не стоит. Нам приходи решать, кто-нибудь называет вызов. Тот, кто бы меня криком, и кто со мной всегда будет, то тогда я совсем не тем, кем я привык. Я пчелка стала мне жужжать, как из реальности сбежать. Пусть я бессмысленный чурбан, передо мной стральный план. Ша-ша-ша, вся лапша играет со мной. Ой! Спасибо, спасибо, спасибо. Сука. Все? Походу, да. Вот эти дома размораживаются. Огромный снеговик, который нас заморозил, обозлился, что нас спасли. Нас заплатили ничего, но не... Может убить... Так, твой друг Искатель Хранилища. Ну да, наверное, Искатель Хранилища. Разыщи и убей огромного снеговика. Это будет подарок Эмбертону за... на день наемника.
mercenary they gave to Gingerton. Так, окей. Давайте я тогда... ну это вообще он тоже что-то рели дался какое-то слабое. Что ли? На, какое-то оно слабовато. Окей, так, мне нужно сюда. Сюда. Если снеговик, значит будем хуярить огнем. Думаю, это логично, да? Что ты делаешь? Отойди от озера. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. А когда ты уйдешь, я всех убью. Извини, этого не будет. Так вот, где спрятали деньщик чудовища. Нужно рассадить его, чтобы он проснулся. А, иди. Сыграй на этих колокольчиках гимны Имбертону. Наши люди заплатят от радости, а мистер Снежок ненавидит веселые песни. Мистер Снежок, это вот эта шапочка? Слышал, снеговик, ты можешь... Так, заморозил город, но никогда не... Нет, только не веселые песни, ненавижу веселые песни! Прекратите! А ты веселый. Вау. Победите мистера Снеговика. Ну, тут все понятно. Он ослаб, скорее хватай его волшебную шляпу. В ней вся его сила. Моя шляпа, моя прекрасная шляпа, но ты сволочь. Молодец! Это чудо не наемника. Но как же сегодня мы тебе научили возвращение ядом? Ядом, так. Бесплатно. Ура! Ну, как вы видели, быстро. Мы с ним разобрались очень быстро. Ну блин, ну как вы видели, он просто урон много принял. То есть, если сравнивать краба, да, вот того ТХ-бахи в предыдущей, типа, не, или да, да, предыдущая ДЛЦ, оно намного сложнее, чем вот это. Поэтому я говорю, типа, что по сравнению, он очень сильный тот был краб. Ну а здесь, как вы видите, мы просто и разнесли. И да, у нас здесь отсылочка насчет шляпы. Типа, есть фильм, я вспомнил, где была какая-то зима, и благодаря какой-то старой шляпе на снеговика ее одели, и он нажил. Здоровье, щиты, налетай, покупай. Так, та-та-та-там. Так, хорошо. Главное, не загнись там. Открыть контейнер с оружием. Что это? Это деньги. Ох, сколько подарочков, да? Сколько подарков на один квадратный метр? Так. Ага.
Так, ну в принципе все, теперь осталось открыть. Экспресс. Ох. Ох, да? Сколько всего? Вот это понимаю. Вещички. Все, места уже нету. Отлично. Возвращаемся, все продаем. Блин, может все-таки это тоже продать? Огненное. Если у тебя есть донорские органы, так, продать. Зашквар продать. Продать, продать, продать. Пистолет огненный. Продаем. Продать, 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 продать. Улучшай время восстановления, урон шлака, урон время восстановления навыка. Так, здоровье. Заряд, заряд. Электрик. Так, эту бомбу оставлю. Щит. Уменьшает урон от взрыва. Ну... Так, а что у меня? Подождите. Защит. А, ну у меня плюс ХП. Сори. Так, граната. Продаем. Эту поставлю. Плюс это шлак. Шлак хорошо будет работать против всех. Ну, кроме роботов, ясное дело. Ну, как вы видите, вот это уже на самом деле самое короткое. Так, ладно, давайте поговорю. Так, вы нашли груз, убили злого снеговика и спасли город. Теперь можно пить. Пить эгг-ног. Да и осенит нас свет, Маркус, что-то там-там. Особенный груз для очень особого мальчика. Это командир, у меня проблема, нужно доставить это горожанам эту подарки на день наемника. Но могли мои уже не те, что прежде. А, может ты... Так, давай. Ура! Давайте раздадим подарочки. Спасибо. Просто доставь их на назначение, и я дам тебе пару шиллингов за твою работу. Эти подарки нам прислали добрые люди из корпорации Гиперион. Возможно, там они хотят построить прощение за то, что натворили, мистер Джек. Ну, по звукам я бы не сказал. Поневоле повышать человеческой правды, Гиперион чуть более уничтожил планету и теперь пытается все исправить с помощью этих подарков. Пацан, ты слишком добрый, тебе одну скажу. По звукам можно уже понять, что там роботы как сидят. Интересно, они типа в подарки превратятся? Интересно, что там внутри? Похоже, игрушки и роботы, возможно, они будут развлекать нас песнями и танцами. Так, фрезы, фрезы. Так, ладно, тихо. А, мне нужен автомат. Так, готово. Отлично. Ой, черт, искать хранилище. Там находились роботы. О боже, боже. Кажется, я понимаю, почему они хотели нас убить. В Эмберне полно бывших местников, а Гиперион никогда не любит последствия Брика.
Ну, у нас хотя бы быстро восстанавливается. Уничтожь подарок из теневой коробки. Там все роботы, да? Ни хрена ты меня толкнул. Ох ты ж ё-моё. Трансформер. Это трансформер. Воистину печальный день. Ах, если бы только наши подарки роботы, а как бы тогда были весело. Подожди, я не заметил, либо мальчик какой-то серый. По цвету. А, это щитоносцы. Так. Так, я только что понял, что именно ты, тот самый искатель хранилища, проклятый красавчик Джека, который прекрасный день. Это твое общение самый по себе подарок на день наемника. Так, если что, я роботов сразу притяну. Воу-воу-воу! Убьёшь его? Чудесное сокровище, где наемника его не удалось испортить. Возвращайся ко мне, когда захочешь. Да, роботы сильные. А, он в маске. Так, достаньте подарки всем Тимам Роджерам. Так, ниже среднего. Так, вы прямо как безбашенный Санта-Клаус. Конец задания, Тим Ростон, ниже среднего. Ура! Воистину, это лучший день наемника в истории. Ну, чё, ребят, в принципе, как-то так. Это все. Типа, у нас заканчивается с вами... У нас заканчивается с вами, по сути, DLC. Данные. Плюс у нас с вами заканчивается полностью серия миссий или DLC, тоже можно так посчитать, охота за головами. Мы убили с вами, получается, 5 врагов. Это индюшка, какой-то червь, снеговик. А кто у нас еще там был? Безголовые. А я больше не помню. Так, ладненько. Дело это продаем все. Так, облик оставляем. Сейчас мы его как раз и посмотрим. А кто еще был? Я что-то не помню. А, тыква, точно, тыква, вспомнил. По тыкве. Вот, снеговик у нас есть. Ну, в принципе, как-то так. Поэтому, ребят, в следующей серии мы пойдем в последнее DLC, которое у нас с вами уже осталось. И будем заканчивать. И будем уже, сказать так, заканчивать полностью... Borderlands 2. И будем ожидать, когда выйдет уже третья часть. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и новых встреч, друзья. Всем пока.